Узнай, жена, подруга, узнай, далекий дом и вся моя семья, что бьет и жжет врага, стальная наша вьюга, что волю мы несем в родимые края. Артиллерист, точный дан приказ, артиллерист и зовет отчизна нас, и многих тысяч лотерей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь. Старший лейтенант, командир полка. Батарея, смирно! Товарищ полковник, танки противника задержаны. 18 сожжено, остальные повернули обратно. Наши потери: одно орудие, 5 убитых, 8 раненых. Так, здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Хорошо дрались. Служим Советскому Союзу! Вольно. Вольно! Молодцы, ребята. Молодцы, по-суворовски бились. Такой успех надо отметить. Да, кстати, москвичи прислали нам посылки. Так я привез вам на всю батарею. Ну? Одну, очень занятную, специально для вас отобрал. Забавное оформление и надпись совсем подходящая. Героям-артиллеристам, а? Угадали? Ну-ка, лейтенант, дайте посылку. Вот она. Судя по звуку, здесь имеется и горючее, а? Нет возражений? Спасибо, товарищ полковник. Ну, тогда получайте. А теперь на отдых. Да какое здесь может быть горючее, когда их посылали дети? Да ведь посылали-то они взрослым. Открывать. Сейчас. О, 4 коробки папирос, по 2. Так. 6 плиток шоколаду, по 3 на брата. Хорош. Носовых платков, 30, делится на 2. Полотенце, 1, не делится, как быть. Разрежь пополам. Прекрасная мысль. Носки. Сколько? 1 пара. Не делится. Ну, бери оба. Почему? Это несправедливо. Ну, ведь ты же командир. Потом эти носки на мою ногу все равно не лезут. Ага. Коньяк. Паша! Эй. Коньяк! Ну! 3 звезды. Вот это здорово. А? Молодцы, детки. Видишь? Соображали. Письмо. Письмо. Дорогие герои, наша тетя Варя часто рассказывает нам про войну, про пушки. И когда мы подрастем, мы тоже будем бить из пушек по фашистам. Посылаем вам нашу карточку. На ней мы снялись с тетей Варей. Когда будете в Москве, заходите в гости. Мы живем в Замоскворечье, в Кадашевском переулке, дом номер 5, детский сад. Спросить нашу тетю Варю. Убивайте скорее всех фашистов. Целуем вас всем детским садом. Чудесные ребята, а? Да, но тетя у них еще лучше. А ну покажи. Ничего. А что, карточку делить будем? Обязательно. А как? Так разрежем. Тебе детей, мне тетю. Ишь ты, хитрый какой. Нет, я не согласен. Знаешь что? Давай считать карточку общей. То есть как это общей? Ну, нашей, твоей, моей. Нет, это сложно очень. Хотя, согласен, давай мне ее сюда.
Куда? Ну, спрячу к себе в бумажник, потеряешь еще. А почему это к себе в бумажник, а не ко мне в бумажник? Ну, вот видишь, я говорил, что сложно очень. На, бери. Когда будете в Москве, заходите. Эх, детки, детки! Когда это будет? Москва, понимаешь, мой город родной, не каждый опять не знакома. Я родом с Ордынки, москвич коренной, в Москве я товарищ как дома. А я вот родился на Волге седой, бойцы на далеком Урале. Но словно о матери сердцу родной, и мы о Москве вспоминали. Нам сказали, о ней говорили, нам о ней шелестела листва. И мы с детства навек, и мы с детства навек, это русское слово Москва. И мы с детства навек полюбили, это русское слово Москва. Я знаю в Москве все тропинки, пути, знакома мне каждая площадь. Могу по Москве в затемнение пройти, полянки, таганку на ощупь. А я вот, пожалуй, в Москве заблужусь, два дня я знакомился с нею. Но все ж или меньше тебя я горжусь, Москву называя своею. Нам сказали, о ней говорили, нам о ней шелестела листва. И мы с детства навек, и мы с детства навек, это русское слово Москва. Часов вечера. За Москворечье. Москва. Кремль. Ха, просто верю с трудом. И у нас впереди еще целый вечер. Да. Может, мы, Вася, в цирк пойдем? Да что цирк? Москвою душа полна. Так может, поэтому выпьем вина? Не хочу. Простоим в одиночестве. Будем потом на себя пенять. Мне, друг Паша, чего-то хочется. А чего никак не могу понять. Вот куда-то тянет. В тихой беседе, за мирным столом я хочу посидеть. Так вот, в цирк поедем, к белым медведям. Сам ты, Пашка, белый медведь. Ну, спать завалимся. В этот-то вечер. Ну, решайся, пойдем вперед или назад. А может быть, направимся в Замоскворечье? В небезызвестный нам детский сад, а? А зачем нам туда ходить? Не надо. Великоват я для детского сада. С детишками я уживусь едва ли. А может, отыщем следы тети Вари. Детишек пораньше уложим спать. Сами сядем потолковать. Так, мол, и так, мы с фронта гонцы. А? Нет, лично я направляюсь в цирк. А вы? А я на Москву погляжу. Подумаю, помечтаю, поброжу. Ну, броди, броди.
Лейтенант Кудряшов. Лейтенант Кудряшов, как-то вы сюда попали? Ведь вы же гуляете по Москве, бродите, а? Да понимаешь, бродил, ну и забрел. Случайно. Случайно. А вы? Что я? Вы же в цирк отправились, к белым медведям. А-а-а. Да понимаешь, что уже как-то ходил и забрел. Случайно. Ну, знаешь, Вася, нехорошо. Что? Ну, приглашали двоих, а ты... Да, ну ладно, не обостряй, ну зайдем оба. Зайдем. Хотя не стоит. Я уже стучал, никто не отвечает. Лучше пойдем посмотрим в окна. Кого вы ищете? Кто вам здесь нужен? Нам нужна... Тетя Варя. Да. Фамилия? Не знаем. Ну, квартира. Квартира. Не представляю. Да, и дежурные задержаны двое подозрительных. Ходят по двору, заглядывают в окна. Объяснить своего поведения не могут. Да. В чем дело, товарищи? Что случилось? Она. Точно. Кто вам нужен? Вы. Как? Я? Нам нужна наша тетя Варя. Но при чем же тут я? Как при чем? Вы же... Наша тетя? Вы же из детского сада. Ну, позвольте. Кто же вам нужен? Я, тетя или детский сад? Вы и детский сад. Детский сад эвакуирован. Прекрасно. Зато вы остались. А вы... Что вам нужно в нашем дворе? Но вы же нас в гости пригласили. Ну да, ведь... Я? Да, вы. Никого я не приглашала. Сейчас не до гостей. Да нет, то есть не вы, а ваши детки. А детки? Какие детки? Что-то вы, товарищи, забрались совсем. Ведь она еще не замужем. Прекрасно, это нас вполне устраивает. Перестаньте шутить, предъявите документы. Предъявите. Предъявите. Ну позвольте, мы же гости. Батарея. Предъявите документы, или я буду звонить коменданту. Предъявим. Предъявим. Вот наш документ. Боже мой! Герои-артиллеристы! Ну, герои не герои, а... артиллеристы, вот это точно. Точно. Да что же вы мне раньше-то не сказали? Да мы вам только об этом говорили. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Садитесь. Ничего, садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Там неудобно получилось. Спасибо. Тетя, как что же вы наделали? Батюшки, что же вы наделали? Я подруги отправляла, посылала им привет. И я об этом позабыла, очень стыдно мне теперь. Я их после пригласила, чуть не выгнала за дверь. Да вы на гости пригласили, чуть не выгнали за дверь. От имени нашего дома, в котором 140 квартир. 140? 140, 530 комнат. И жители 2000 душ. 2000 душ. Мы вам извинения приносим и просим обиду забыть. И нам пожаловать просим гостями желанными мы. Завтра ж домой к батарее нашей. Скажите, а как вашего друга зовут? Зовут его Павлом Демидовым. Паша? Да. Все здесь весельем детей полно, а их-то и нет. И на сердце жаль. Они уехали в тыл давно. А вы? А я осталась. А?
не глушат? Не глушат. Вы орден сейчас получили? Да. За что? За то, что стрелял из пушек и попадал иногда. Ну что, что? Ну, расскажи, за что вы получили ордена. В каких вы боях участвовали? Да. Расскажи. Ну, хорошо, хорошо. За мирною чаркою долгие ночи вам мог бы рассказывать я. Как пуля свистит и как бомба грохочет. Но дело не в этом, друзья, а в том, что среди гула и пламени боя всегда в нашем сердце живут родные, друзья, и все то дорогое, что годины люди забудут. Потом рассказ девчана добавил бы в частности я. И то, что бывает порой страшновато, но дело не в этом, друзья, а в том, что на фронте с врагами дерутся, заветные песни поют. И письма читают, и даже смеются от смерти за 10 минут. И песня прорвется, и сердце забьется, но дело не в этом, друзья, а в том, что под крышей вашего дома приятно и казалось, мы шли к незнакомым, а вышла на берег, друзья. Мечтаем вечером, дорога дальняя зовет и нас. И стать нам хочется бойцом-разведчиком, ползти над берегом в тревожный час. И силы мужества, поверьте, хватит, и мы не дрогнем, ступая в бой. А управ дом наш, а тетя Тетя нас на трудовой. Внимание! Внимание! По местам! Проверьте шланги, песок, лопаты! Быстро! А вам, товарищи командиры, придется поскучать в убежище. Пойдемте, я вас провожу. Вами, Екатерина Михайловна, с удовольствием. А девчата-то у вас организована. А вы куда?
Как куда? На крышу. А не боитесь? Боюсь. И все-таки идете? А как же? Я же дежурная. Мне нельзя не идти. А мне с вами можно? Зачем? Там ведь страшно. Ну уж и страшно. Не страшнее, чем на фронте. По-моему, страшнее. Ну вот мы сейчас сравним, увидим. Пойдемте? Ну пойдемте. Ну вот, смотрите, сравнивайте. Да, тревожно. Но все же это не то, что у нас. Да? А черт! Что с вами? Что с вами? Боитесь? Ой! Ужасно! Какая чудовищная гроза! Разрывы, словно железный ветер. Страшно. А ведь нам, Варя, бояться нельзя. Сколько горя сейчас на свете. Кажется, сердце сгорит в груди. Только вспомнишь убитых, сожженных. Страшно. А сколько у нас еще впереди таких вот ночей, напряженных, бессонных. А сколько танков у нас на пути, и все они нас раздавить стремятся. А сколько боев еще надо пройти. Так что уж лучше не стоит бояться. Ой, глядите, зарево. Это Фили? Нет, это Кунцево. Вероятно. Thank you.
случилось? Ну, судя по твоему виду, хватило ли мне? Чудак ты, Пашка, я сейчас встретил Варю. Кого-кого? Да Варю, тетю Варю, помнишь? Да ну! Где же она? Да здесь! Живет в 3 километрах. Да? На хуторе с бригадой девчат работает на укреплении. Это здорово, прекрасно, собирайся! Едем, вот это здорово, тетя Варя здесь. Это здорово. Ты что? Ты че? Куда ты? Точно. К Варе в гости. Да ведь в гости она меня приглашала, а при чем здесь ты? Точно, как это при чем? Посылку мы получили вдвоем. Ну? Делили все пополам? Пополам. Карточку признали общей? Общей. Так почему же я не могу ехать к ней в гости? А, потому что ты эгоист. А, хорош, он, значит, поедет к Варе в гости, а я... Да ведь в гости-то она меня одного приглашала. Ну, а не думается ли вам, лейтенант, что в гости она пригласила вас в надежде на то, что с вами приду я, а? Да брось ты, Пашка, мне с Варей серьезно поговорить надо. А ты понимаешь, хочешь экскурсию устроить? Ну, может быть, всю батарею пригласишь? А что? Это идея. Это идея, Вася. Давай пригласим ребят и поедем все вместе как бы в порядке шефства. А да ну тебя, мне не до шуток. Я тебе говорю, мне с Варей серьезно поговорить надо, понятно? Ах, серьезно. Ну так. Хорошо, Вася, давай поедем вместе и поздороваемся с Варей одновременно. И кому она первая подаст руку, тот будет говорить с ней серьезно, а другой отстраняется навсегда. Согласен? Ну знаешь, это... Это возмутительно. Боишься, лейтенант, трусишь? Кто я? Ты, красавец, ты! Лейтенант Демидов! Ну, черт с тобой согласен. Вот это друг, вот это друг! Вася! Итак, в гости! Едем! Выбирайте. Выбирайте. Простите, а почему же не со мной? А с вами я уже в Москве танцевала. Да. Ну, теперь все. Какое? Простите, как вас зовут? Феня. Как? Феня. Это что же, Фёкла? Так прекрасное имя. Разрешите? С удовольствием. Thank you.
Проводила я вас далеко, туча, вечер, пора возвращаться. Если б вы знали, как нелегко, только что встретившись, снова прощаться. Да мы и друг друга так мало знаем. И все-таки в сердце тревога, боль. Мы сегодня в поход выступаем, ровно в 21:00. И, может, я вас не увижу, не встречу, песни вашей не уловлю. Так можно мне в этот последний вечер сказать вам, что я вас люблю? Не надо словом бросаться этим. Прощайте. Постойте. Будет гроза. Теперь, когда столько разлук на свете, теперь с любовью шутить нельзя. Как же так можно с первого взгляда? А может и с первого. Не беда. Ведь мне от вас ничего не надо. И, может, не свидимся мы никогда. Все это странно вам слышать, пожалуй. Неясно и сбивчива речь моя. Огрубел я в огне пожаров. В крови боев искупался я. Сколько убитых я видел? Тысячи. И ночью в бой возвращаюсь вновь. Но чем страшнее война, тем чище, тем сильнее моя любовь. Смотрите, туча какая, гроза. Где над лесом? Туча над лугом, роща, поля. Хочу закричать, что я люблю вас, но зло всем разлукам, что с вами хотел бы я встретить победу. Увидеть моря, корабли, города, что вас я люблю на всю жизнь. И уеду через 10 минут, может быть, навсегда. Война. Да. Война. Подарите мне что-нибудь на дорогу. Что же, разве платочек розовый откуда-то взялся в кармане моем?
вот этот листок березовый, тронутый желтым осенним огнем. А может, просто такие слова. Буду помнить вас, пока буду жива. Варя, вы мне такие слова сказали. Подарок сделали мне такой, как будто рану перевязали нежной, ласковой рукой. И, может быть, здесь для клятвы не место. И мы сейчас расстаемся опять. Но я вас прошу, своей невестой, вы разрешите мне вас называть? Невеста, верно, слово чудесное. Но нелегко это слово сказать. Ведь мы расстаемся не в сказке, не в песне. Я не казачка, да и вы не казак. Но это же вам не доставит тревог. Ну, разве письмишко, когда прочтете? Ну, может, в туман военных дорог ответ короткий, когда пришлете? Смешной вы. Слова мои, может, смешны. Но я о вас думаю, как о невесте. Ну что ж, давайте вместе пробиваться сквозь пламя войны. Варя, вы согласны? Не знаю. Может, это напрасно. И даже как-то неуместно. Но я... Варя, вы? Я ваша невеста. Скажешь, невеста, и сердце забьется. Дымок над хатой, родимый край. Я ваша невеста, и как в песне поется. Мне теперь лишь одно остается. Сказать жениху на дорогу прощай. Прощай. Так я и знала. Дождик пошел. Варя, невеста моя родная. Хорошо, что мы встретились. Хорошо. А когда же увидимся снова? Не знаю. Ну, как-то встретиться, мы же должны. 6 часов вечера. После войны. Точнее, осталась минута одна. Точнее, мне вы не скажешь. Война. 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 Ну когда же? Где? Давайте встретимся в Москве. У Кремля. На мосту над рекой. 6 часов вечера. После войны. Не опаздывай, мой дорогой. Привет, моя дорогая, летят слова мои дружбой полны. С великого фронта, с переднего края, с печальных и грозных полей войны. Где вы сейчас, дорогая моя? Не собьется ли мой голос в пути далеком? Найдет ли дорогу в ваши края? Прошумит ли ветром у ваших окон? Что я могу рассказать о себе? Мы шли полями, лесами, степями, в кровавой, трудной, долгой борьбе, цепляясь за землю, мы отступали.
много дорог мне пришлось пройти, горя пришлось мне хлебнуть немало. Терял я товарищей на пути, фашиста бил, пока сил хватало. И падая на пол с землянки угрюмой, в тревожный страшный полуночный час, я в полусне, в полумраке думал обо всем, но особенно часто о вас, о том, что вы мало писали, две строчки, о первой встрече, о тихой реке, и почему-то о желтом листочке, что вы держали тогда в руке. Сейчас зима и пути замело, еще затемно вы встаете. Как вам, наверное, тяжело на резком ветру, на суровой работе. Если б я мог, дорогая моя, я к вам бы примчался сквозь тьму ночную. Согрел бы вам руки дыханием я, может, песню бы спел смешную. Простите, пишу я вам слишком часто, но вы ведь, я знаю, товарищ мой. Я вас попрошу, пожелайте мне счастья. Рассвет недалек, на рассвете бой. Рассвет недалек, на рассвете бой. На рассвете бой. Радостны ваши слова. Я ваше письмо 8 раз прочитала. Обо мне не волнуйтесь, здорова, жива. У нас тепло, и я не устала. Я привыкла к тяжелой работе. Не волнуйтесь, я хорошо живу. Вот только тревожусь, и вы поймете, за вас, за ваших друзей и за нашу Москву. Все громче орудий зловещее пение, все ближе и ближе они от Москвы. Сутками строим мы укрепления, надолбы ставим и роем рвы, кострами замерзшую землю греем, а сердцем уносимся в сумрак ночной к дивизиям вашим, полкам, батареям и к вашей особенно мне дорогой. Командир, лейтенант Демидов у аппарата. Демидов! Здорово! Прекрасно! Паша! Приготовиться!
представление начинается. Узоль 43-80. Прицел 5-2. Батареей! Огонь! Демидов! Паша! Правее 0-2! Прицел 5-6! Прицел 5-6! Батареи! Два снаряда! Первый! Огонь! Хорошо, Паша! Уровень меньше 0-0-1! Уровень меньше 0-0-1! Давай правее 0,45! Правее 0,45! Правее 0,45! Прицел 6,5! Прицел 6,5! Огонь! Хорошо, Паша! А ну, давай еще разок! Веселее, веселее, ребята! Красивых гадов! Thank you.
ты здесь? Где батарея? Почему прекратили огонь? Огонь! 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 Друг мой, верно, не смог приехать. Но вы не провожаете меня, Авдотья Ивановна. Тут до станции недалеко. Я дойду. Ну, прощайте. Прощай, сынок. Спасибо вам за ласку, за внимание, за все, за все. Счастливый путь тебе, Василий Иванович. Спасибо, бабушка. Счастливый. Спасибо. Садись, Вася. Поедем. Вот видишь, Паша, танцевать-то мне уж больше не придется. Да ведь танцевал-то, Вася, всегда. Неважно. Итак, за нашу встречу, за боевую дорогу, за ветер, летящий с южных степей, за Варю... Обожди немного. Не пей. Скажи, ты мне друг? Ну вот, это против правил. Что за вопрос? С недрузьями не пью? Так вот, ты сейчас поклянись мне, Павел, что выполнишь просьбу одну мою. Я прошу тебя очень. Тебя удивит эта просьба моя. И ты поклянись. Я уже озабочен. Прямо сказать, озадачен я. Но перед просьбой твоею склонюсь. На чем же поклясться? О, на водке. Клянусь. Павел, не смейся. Не будет встречи. Не будет. А сердце тоскою щемит. Ты завтра отправишься в Замоскворечье и скажешь Варе, что я убит. Не понимаю. Хорошо, ну придумай сам объяснение любое. Ну скажи, что лейтенант Кудряшов, ну погиб смертью храбрых на поле боя. Постой, постой. Дай дотронусь долбой рукой.
Может, ты заболел, дорогой? Да зачем? Зачем я ей такой? На костылях инвалид без ноги. Зачем я ей буду портить век? Зачем нести ей такую тяжесть? Она ведь прекрасной души человек. Я знаю, она ничего не скажет. Она меня будет всю жизнь жалеть. Она не бросит, не позабудет. Но мне-то от этого тяжелей. Может быть, в четверо, в шестеро будет. Но если была она мне жена, вернулся бы к ней делить печали. Но меня ведь недавно узнала она. Ведь наша любовь только в самом начале. Она овеяна дымом, войной. Она как ветер весенний струится. Так пусть и пройдет она так стороной. Пусть наша встреча не состоится. Конечно, Васька, мы с тобою друзья. Но будь ты сейчас в другом положении. Вот видишь, Паша, меня и ударить нельзя. А я не хочу. Не хочу твоего снисхождения. Ну, скажешь, Варя? Нет, не скажу. У меня на это не хватит силы. Я, Кудряшов, от злости дрожу. Да ведь она ж тебя любит, Василий. Как же могу ей такое сказать, чтоб с языка ложь такая слетела? Зато она будет все точно знать. А знать, это, Паша, великое дело. Ты мне страшен сейчас, Кудряшов. Тебе не к лицу такая усталость. Ты же... любого сотрешь порошок. Ты же здоров. Тебе сила осталась. Да, я здоров. Ты в точку попал. Силушка в жилушках брат играет. Но вчера я в клумбу лицом упал. Пошел и забыл, что ноги не хватает. Ты прав, я не ослаб ничуть. Так я любого врага огрею. Я, Пашка, еще воевать хочу. Хочу обратно на батарею. Не могу я в такой вот час сидеть на печке, на картах гадая. Не могу без полка, без вас, без друзей, без тебя, негодяй. Ты видел, Паша, меня на войне. Ты знаешь... я свыкся с грохотом боя. Не прятался я, не стоял в стороне. Я в пекло спокойно шагал любое. Фашистов я ненавижу проклятых. Вся душа моя там, на войне. А вчера из военкомата пенсионную книжку прислали мне. Значит, все кончено. Точка. Готово. Налей еще водки, Демидов. Я пью за пенсионера Василия Кудряшова. И за то, чтобы ты... клятву исполнил свою, чтобы Варя мертвым меня считала и не дожидалась вечерней порой. А может, в газетах она читала, что орден ты получил второй? Скажи, наградили посмертно. Надежды не оставляю нее. Несметною тяжестью, грузом несметным обременил ты, Васька, сердце мое. Не совесть это сказать не вели. Такую чувствую я обиду. К тебе же обращается инвалид. Должен же ты помогать инвалиду. Танки идут. Батареи огонь!
знаешь клятву? Не знаю. Эх ты! А еще друг! На вольном, на синем, на тихом дону походная песня звучала. Казак уходил, уходил на войну. Невеста его провожала. Невеста его провожала. Мне счастья, родная, в пути пожелай. Вернусь ли домой, неизвестно. Заговорил, говорил ей прощай, прощай. Отвечала невеста. Ну, говорите, где Вася? Что с ним? Ну, рассказывайте. Это было зимой. Василий шел с пехотой, направляя огонь. Немцы разбили его наблюдательный пункт и окружили. Васю тяжело ранило, но он отбивался. Мы подоспели, прогнали немцев, но было уже поздно. Я бросился к нему. Взял его на руки, и он прошептал: передай Варе, что встреча он очень любил вас, Варя. Очень. Вот и все. Неправда. Это не все. Зачем вы меня обманываете? Зачем вы говорите неправду? Я же все знаю. Что вы знаете? Вы спасли его. Потом снова были ранены. Вас обоих отправили в госпиталь. Зачем вы меня обманываете? Я же все знаю. Ничего вы не знаете. Нет, знаю. Я искала. Я справлялась, я писала в часть, и мне ответили, что он ранен. Где сейчас Василий, скажите мне, Павел? Только говорите правду, правду. О. Ну, где он? Что с ним? Он жив, да? Он жив. Не надо меня обманывать, скажите мне, Павел, ну, говори. Да жив! Черт его побери, жив! Жив! Не могу врать, не могу врать. Ну, где же он, где? Я хочу его видеть сегодня же, сейчас же. Одевайтесь. Я вас сейчас отнесу к нему и разбирайтесь вы сами в этом деле. Вася! Где ты, куда шел-то? Ведь я же вам говорю, что его нет. А где он? Где он? Уехал. Уехал? И просил передать вам вот это письмо. Что за ерунда? Прощай, друг. Я уезжаю далеко и навсегда. Что? Видишь, как все скверно получилось. Спасибо за дружбу, никогда тебя не забуду. Помоги Варе. Я ее опять письмо получила. Это уже седьмое. На 10 страницах. Откуда он столько бумаги берет? И о чем пишет?
все о том же, о любви. О любви. Знаешь, Варя, мы когда с ним расставались, решили так же, как и вы. Что, как и мы? Ну, встретиться на мосту. 6 часов вечера после войны. Красота! Глупые вы. Ничего из таких обещаний не получается. Одно огорчение. Получится, Варя, получится. У вас-то, может, и получится. А вот я Кудряшова никогда уж не увижу. Ну, увидишь, мы еще все вместе встретимся. Я это себе так ясно представляю, аж дыхание захватывает. Смотри-ка, что это? Бронепоезд, бронепоезд, девчата, бронепоезд! Москва! Девчата, это тот геройский! Помнишь, о нем еще в газетах писали? Почти нам приказ, артиллеристы, зовет так чисто нас. И ноги в Питер поставит, отчет и наш материт, а нашу родину огонь. Сам себя тогда не верил. Я мучился, страдал. Я только потом понял, что если есть в человеке ненависть и любовь, никогда такой человек не окажется беспомощным и ненужным. Прости меня, родная. Ты хороший, хороший. И я тебя очень люблю. Варя! Товарищи, друзья мои, это же Варя, невеста моя. Я счастлив. Я очень счастлив, товарищи! Сказать нам хотелось так много, а срок остановки так мало. Нам хотелось так много, так много, а срок остановки так мал. Так ты не забудь, дорогая, где встречу назначила мне. Как долго разлука, как короткие встречи, мы оба с тобой на войне. На фронт я с девчатами еду, не знаю, увидимся ли мы. До встречи! До встречи! До нашей победы, до вечера после войны. До встречи, до встречи, до нашей победы, до вечера после войны. После войны.
умолкла, и поезд умчался, и только березки видны. И чин майорский. Поздравляю. Поздравляю. А ты все такой же. Шутишь, остришь, война тебя не поломала. Такой характер, Вася. Правильно, Паша, таким и оставайся. Веселей жить. Постой, я на тебя сердит. Я даже бить тебя хотел. За что? Зачем же ты тогда сбежал? Мы с Варей так тебя искали, так искали. Не мог, не выдержал. Потом я знал, что ты меня обманешь. Как знал? О, хитрец. Ай, хитрец. Да, Паша. Да? Что с Варей? Где она? Она зенитчица, сержант. Была на фронте. Это я знаю. Случайно встретились мы на разъезде. Да. Под Вязьмой где-то. И вот уж год, как снова потерял ее из виду. Да. А я отвек. Получал 12 писем каждую неделю. И вдруг однажды все оборвалось. Где она теперь, моя Феклуша? Что с ней? Я не знаю. И я не знаю.
6 часов вечера. Да. Ну, я пошел. Я побежал. Постой, постой, куда? Да понимаешь, Вася, тут на мосту у нас... Да, свидание с Феней в 6 часов вечера. А? Вася. Вася. Пашка. Ну? Ну, беги, встречай. К тебе я забегу попозже. Пришла. Ой, я так спешила.